Ровно год назад в Украине был убит экс-депутат Российской Госдумы Денис Вороненко. В 2016 году он приехал жить в Украину со своей супругой, тоже экс-депутатом Госдумы и оперной певицей Марией Максаковой, а также получил украинское гражданство. Вороненкова застрелили днем в центре Киева. Кто сейчас находится на скамье подсудимых и как продвигается следствие, собрала в своей справке Марина Ступак. Денис Вороненков был смертельно ранен в центре Киева возле отеля «Премьер Палас». Камеры наблюдения зафиксировали, как киллер подошел сзади к Вороненкову и выстрелил в упор. Приблизно киллер здійснив 7 чи 8 пострілів. За попереднім оглядом лікаря тіла потерпілого, в нього 3 або 4 вогнепальні поранення. Также нападавший ранил охранника Вороненкова, а сам получил ответный выстрел. Убийцей оказался экс-боец батальона «Донбасс» украинец Павел Паршов. От полученных ранений позже он умер в больнице. В тот день об убийстве генпрокурор Украины написал, что это обычная для Кремля показательная казнь свидетеля. Денис Вороненков давал показания по делу о госизмене Виктора Януковича. А Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом терроризма со стороны России. В ГПУ выдвинули две версии. Убийство Вороненкова как свидетеля по делу Януковича и в связи с делом о расследовании контрабанды в России. Депутат Вороненков працював у Федеральній службі протидії наркотикам та контрабанді Російської Федерації. Він був дуже відомий за гучною справою «Три кити», яку розслідував його підрозділ. Вони виявили, що контрабанда меблів, які йшли в магазин «Три кита», є лише частиною величезної контрабанди Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Було звільнено декілька десятків генералів ФСБ. В октябре прошлого года в украинской генпрокуратуре заявили, что досудебное расследование завершено. Всех причастных к убийству Вороненкова установили. Дело передают в суд. Следствие выяснило, что убийство было заказным. Мы переконаны, что убийство Дениса Вороненкова связано с его свідченнями щодо присутності російських військ на території України, а також у справі щодо державної зради Віктора Януковича. Следствие установило, что среди фигурантов дела, кроме убитого киллера Паршова, 4 гражданина Украины. А заказчик убийства, по версии прокуратуры, подконтрольный ФСБ России, криминальный авторитет Владимир Тюрин, он же бывший муж Марии Максаковой, вдовы убитого Вороненкова. Тюрин погодился на финансирование и организацию злочинь в обмен на преференции с боку российских спецслужб щодо контролю криминальных группувань на территории России та деяких країн СНБ. Тюрина Украина объявила в розыск. Из всех фигурантов дела сейчас задержаны только двое. Они находятся в СИЗО. Марина Ступак, «Настоящее время». Мы связались сегодня с вдовой Дениса Вороненкова Марией Максаковой и спросили, насколько она удовлетворена итогами расследования и разговаривала ли она хотя бы раз за последний год с предполагаемым заказчиком убийства. Безусловно, это такая тяжелая для меня новость. Это зверство, которое у меня не помещалось в голове. И до тех пор, пока украинское следствие не предоставило мне доказательства и доводы свои, я, конечно, старалась не верить в это, что ли, до конца. Когда уже украинские исследователи вышли на этот след, когда они всю цепочку размотали, вы, наверное, видели пресс-конференцию генерального прокурора, это было еще в сентябре, там была развернута вся цепочка, все попало под камеры наружного наблюдения, все их перемещения, передвижения. Кроме того, двое задержаны, как вы, наверное, знаете, и находятся под стражей. Еще весной материалы следствия будут направлены в суд, и с этого момента и мне будет проще комментировать. Собственно, это будет предано огласке, поэтому до этого момента есть тайна следствия, я просто не вполне, как сказать, не могу я вам все рассказывать, но буквально там через, наверное, еще месяц все эти доказательства будут доступны. Я понимаю, что очень странно использовать слово «довольны» в такой ситуации, но в целом вы довольны тем, как идет следствие? Да, безусловно. Я уже много раз говорила, что я считаю это просто беспрецедентным. Проценты раскрытых заказных убийств, он не так велик. И, безусловно, мне было бы еще тяжелее оказаться в ситуации, когда, я, скажем так, догадываюсь или даже, можно сказать, почти знаю, а тем не менее предъявить ничего не могу.
Поэтому я не то чтобы там говорю о какой-то месте, но хотя бы, знаете, справедливость должна восторжествовать. Он лишил моего сына Ванечку, он лишил самого чудесного отца на свете. Скажите, а вы сейчас чувствуете себя в безопасности? Потому что, насколько я слышала, что в течение этого года каким-то образом Владимир пытался с вами связаться, или это не так? Вы знаете, когда вышла передача Малахова, ну, первый такой эфир, я не знаю, вы видели или нет, это было еще в августе. Андрей приезжал в Киев, и мы с ним, ну, такую беседу, что ли, провели здесь. Ну, такую достаточно обо всем сразу, то есть о жизни в целом и об этих во всех эпизодах. И это еще было до того, как следствие назвало имя заказчика. И он понял, что что я знаю, это понятно, что он понял. Но, видимо, он догадался, что следствие вышло на нужный след. И вот он в этот момент через своего охранника прислал мне вот эти злополучные, эти мерзкие, издевательские смс-ки. Ну, я думаю, что просто он это самое, не сдержал порыва. То есть вы сейчас не переживаете за себя, у вас все в порядке, вы спокойны? Скажу вам так, понимаете, если кто-то задается какой-то там мерзкой целью, то, ну, даже, знаете, президента Кеннеди, в общем, тоже хорошо, наверное, охраняли, да? Я не об этом сейчас хочу сказать. Я хочу сказать, что лучше, чем в Украине меня охраняют, это вряд ли было бы возможно где-либо, это раз. И второе, я думаю, что дороже, чем сейчас, это уже, ну, то есть я не знаю, какой это должен быть камикадзе, который пойдет на там исполнение подобных заказов.